Заявление о угрозе жизни и здоровью жителей и детей города Сургут. По адресу города Сургут, проспект Комсомольский, 21/2, расположено одноэтажное здание. Покрытие крыши здания состоит из металлического профиля и рубероида. Профлис по периметру крыши и на фасаде частично оторван ветром, либо частично закреплен. Рубероид частично отсутствует или загнут ветром. На крыше здания присутствуют различные предметы в виде уголок металлического профлиста длиной примерно 3 метра, несколько веток, крупные камни, а также различный мусор. В непосредственной близости от здания по всему периметру, примерно в 2 метрах от здания, находится пешеходная дорожка, парковка с автомобилями, спортивный корт и детская площадка. В непосредственной близости, примерно 20 сантиметров от детской площадки, на земле лежит уголок металлического профлиста длиной примерно 3 метра, который был сорван ветром с крыши здания. Уголки профлиста имеют большую парусность, то есть большая площадь поверхности и малый вес, и могут быть подняты в воздух даже слабым порывом ветра. Жители с детьми города Сургут часто и активно посещают детскую площадку и спортивный корт. Считаю, что данная ситуация угрожает жизни и здоровью жителей города Сургут и их детям, а также материальному имуществу жителей в виде автомобилей, припаркованных рядом. На основании изложенного требую провести внеплановую выездную проверку по всем фактам, изложенным в данном видео, на предмет нарушений действующего законодательства с привлечением ответственных лиц к ответственности, предусмотренной действующим законодательством. Принять срочные меры реагирования и обязать ответственных лиц незамедлительно устранить угрозы жизни и здоровью для жителей и детей города Сургут, а также угрозы причинения материального вреда. Прошу всех неравнодушных жителей города Сургут поддержать данное заявление и направить в прокуратуру. Образец прикреплен в описании к видео.